На пятой строчке музыкальная новинка. Две звезды русской рэп-сцены, Моргенштерн и Эл-Джей, выпустили совместный трек «Кадиллак». Для его релиза Алишер поставил условием: его предыдущий клип должен собрать рекордное количество дизлайков. Цель была достигнута, под видео красуется более 1,5 миллиона пальцев вниз. Еще больше саратовцев на прошлой неделе заинтересовал гражданский экзамен РФ. Его приурочили ко Дню России. Все желающие могли проверить свои знания об основных символах, датах и событиях страны. На третьем месте новость из мира виртуальных игр. Компания Sony провела большую онлайн-презентацию, посвященную PlayStation 5. Разработчики представили консоли, геймпад и множество новых игр. Строчкой выше один из главных праздников лета. 12 июня в Саратове, как и в других городах страны, отметили День России. Дата появилась в календаре в 92-м году и с тех пор стала символом патриотизма. Больше всего на прошлой неделе саратовцы искали в интернете новости про Михаила Ефремова. Актер стал виновником смертельного ДТП в центре столицы. Его джип вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. По факту аварии завели уголовное дело, Ефремов находится под домашним арестом.